такой сложный вопрос, что я всегда над этим думаю и, знаете, даже ответа не нахожу. Вроде им и нужна работа, но они как-то себя ведут вот как-то, не знаю. И да, и нет. Потому что некоторые работы наши ленится делать за такую сумму. Мне кажется, наши люди яму, допустим, 5 метров глубиной примерно будут делать гораздо же дороже, чем, допустим, мигранты. Чисто поэтому их принимают. Скорее всего, нужны, чем не нужны. А в каких сферах и на каких позициях? Ну, такую работу, которую, допустим, наш любой человек не будет заниматься. Вот те же самые, у нас же мало дворников кого-то. Вот, может быть, туда, если они хотят, пускай работают. Не. Почему? Свои без работы сидят. Нет, думаю, не нужны. Рабочую силу, потому что забирают наших соотечественников, наверное, так я думаю. Но мигрант и мигрант урозь. Значит, если этот человек работает законно, если он реально работает вообще, кстати говоря, не только имеет документ, но и реально работает, почему бы нет. А в каких сферах и на каких позициях? Ну, я думаю, что, конечно, в первую очередь, реально можно рассчитывать на иммигрантов, которые работают в сфере ЖКХ. Хотя, конечно, лично я бы не возражал против высококвалифицированных специалистов. Но боюсь, они к нам не поедут. Не в таком количестве, а так нужны. А в каких сферах? Я, ну, в основном, конечно, стройка, уборка города.